человек, это и будет в этой ситуации символическим миллионным туристом. Так получилось, что выбор пал на вас. Какие впечатления? Я думаю, что все только начинается, потому что нашим, наверное, самым главным таким призом, который для вас станет очень не только приятным, но еще и полезным, является путевка в санаторий Сати. Вот, это еще одна отличная возможность посетить Крым, приехать к нам. Разверните, хотя, девочка, к нам, сертификат к нам, разверните. Ощутить на себе еще поздравительный эффект сахских эффектов. Нам сертификат, нам, женщина, к нам сертификат, разверните. Так, и слезы радости. В санатории Саки были когда-нибудь? Вообще в Сакских санаториях были в Саках? Нет, в Саках. Вы не были? Да. А, сюда хозяин. А, сейчас едете куда? Демерджи. Санаторий. Ну, вы уже там заказали, все у вас там уже ждут. А, заказали путевку в санаторий или просто отель? Отель. Наверное, что цель оздоровить ребенка. И себя оздоровить. А, на сколько человек сертификат? Два человека. На двоих. А, в какой период? С 15 октября по 15 апреля 2014 года. Это самый наилучший период, когда санаторно-курортное лечение. На сколько времени? Неделя. На неделю. Успеете за все это время попробовать, что же это такое на самом деле. Отдаю вас журналистам, у них наверняка будет сейчас много вопросов. И вы погромче говорите, пожалуйста. Шире, чуть-чуть. Тихо-тихо, шире. К нам разверни, к нам разверните. Ну, камеры свои, уберите свои эти. Чуть-чуть маленько, назад. Дали нам сертификат на 1 миллион гривен. На время набралась, полные руки подарок. Представляете? Так, как погромче?